Всем привет, с вами Дима и Вован Майн. Всем привет. И в этом сейчас мы будем распаковывать две посылки. Которые мне пришли с Алиэкспресса. Да. Три посылки. И вот такой нож пришел. Да, он взял, раскрыл, не хотел его снимать. Да, пофиг, не суть. Так, ну она уже открыта сейчас. 5-7 обоссанный нож какой-то. Так. Что такое? Вон фонарик. Да, фонарик. Внутри нету ничего. Нету ничего. Так, ничего нет, короче, внутри. Так. Тут там тоже ничего нету. Хочешь, он, короче. Так, вот он фонарик. Сам фонарик. Обычный, который в магазинах продают. Вроде он маленький, но хз. Сейчас посмотрим, как он светит. Так, у нас для этого проверим его в темном моем гараже. Так, для этого у нас есть батарейки. Так, ты ёпта. Господи, господи, так. Закрывать меньше. Ну. Так, все. Закрыли. Отключайся. Вот такой. Так, вот давай пойдем в гараж проверим. Ну, фонарик. Нормальный фонарик, что ты мне пиздишь. Короче, заказал. Короче, он в обычных магазинах такой же стоит, бля, не свети нахуй. В обычных магазинах такой же стоит. Да, у нас там велосипеды, мы будем из них что-нибудь делать там. Мне дофига их очень. Вот, короче, он посветит. Фонарики. Фонарик для такой цены, он нормальный, он стоит там вроде 70 рублей я покупал. 70 рублей для этой цены. 15 рублей в магазине стоит. Ахмач. Он в магазинах 150, наверное, будет стоить. Поедем, посмотрим, на камеру засниму. Так. Наверное. Так, это отлаживаем. Теперь достаем вторую посылочку, которая нам пришла. Это ну в карман достанет сейчас. Так. Да, он её уже вскрыл уже. Так, сейчас я её открою. Типа открыть. Так. Это, короче, адаптер, как вам сказать, беспроводная зарядка на, это на чем какие-либо. Показать, я? USB взял, телефон взял? Нет. Ну, просто покажу, как она работает. Но она же работает вроде, я ее проверял дома. Вот такая вот она. Здесь есть, короче, три режима. Ну, выключить, включить и фонарик, короче, сейчас покажу. Выключить, включить, это, наверное, батарейку, чтобы заряжать телефон. Да. Ну, это не только телефон. Там... Так он на босса на дешевые батарейки взял. Покажи ему рекламу. За 20 рублей. Пиар. Ламп. Маркер. Какие-то обоссанные. Наоборот. Нет, нет, подожди. Нет, ту разверни, а тупо так ставишь. Тут так? Да. Вот. Нихуя себе, ты философ. Да я уже ставил, я же тебя учил ставить. Так, вот он не работает. Стой, подожди. Вот, короче, вот она кнопочка работает. Вот кнопочка горит, теперь включаем фонарик. Вот. Можем включить фонарик. Потом просто, ну вот, можно выключить. Я выключил. Стоп. Вот. Сейчас закроем, чтобы она... Вот так вот. Вроде не пропадает связь. Батарейки барахлят у него. Да. Бомжовский взял. Нет, просто не этот. Просто цыган взял. Что ты? Ну так вот и... Вот сюда вставляешь USB и заряжаешь. Что, у тебя не фокусится? Фокусируется сюда вот так. Так, смотрим. Сюда и сюда. Так, 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 все. В принципе, ясно и понятно. Я, наверное, оставлю, короче, здесь батарейки. О. Или нет, лучше сниму. Это очень мало. Вдруг загорится. Китайское говно. Какой смерть, думаешь? Подожди. Можешь кого-то не своим изучим. Вон для чего-то хотя польза есть какая-то. Так, ну вот, короче, прикольная она. Это от нее крышка. Угу. А, она никому не нужна. Ну, это не нужна. Давай мотком брать. Да, иди ты, нахуй. Сам сказал, не нужна. Так, вот все. Всем пока там, спасибо за просмотр. Это его словечко любимое. Ладно, ставьте лайки, там подписывайтесь ему на канал. Я на свой канал этой хуйни не буду выкладывать. Он, короче, будет распаковку себе на канале выкладывать, а я что-нибудь другое. Короче, всем пока.